В Славянском районе, как и по всей Кубани, большое внимание уделяется раскрытию творческого потенциала молодежи. «Твори, выдумывай, пробуй». Под таким девизом работают юные художники, фотографы, танцоры и музыканты. И если есть горячее желание творчески проявить себя, то для этого созданы все условия. Арт-марафон творчества «Кубань молодая» стартовал в прошлом году. Первый блин вовсе не был комом. Краевой конкурс вызвал живой интерес у одаренных ребят. И вот в нынешнем году он уже был проведен, включив в себя 6 отдельных конкурсов. Фотографических работ, видеороликов, поэзии, прозаических произведений, изобразительного искусства и клубов по месту жительства. В зале управления по делам молодежи Славянского района собрались победители муниципального этапа арт-марафона. Придумали такую вот площадку, марафон, где можно объединить разные виды творчества в одном. И вот в 2021 году марафон состоялся уже во второй раз, и мы видим, что он набирает обороты, он расширяется. Если в первом конкурсе у нас было всего 5 номинации, то в этом году уже 6 номинаций. Поблагодарим Молодежный центр развития личности, что мы ни один конкурс не пропустили. И сейчас мы вот специально в торжественной обстановке хотим вас всех собрать, наградить, сказать вам спасибо, что вы такие молодцы, чтобы вы дальше творчески развивались. Затем состоялось награждение лучших из лучших во всех номинациях. Ребятам были вручены грамоты и памятные подарки. Все собравшиеся аплодисментами приветствовали награждаемых. Среди клубов по месту жительства в конкурсе «Вместе круче 2021» лидером стал волонтерский клуб «Бумеранг». Мы очень рады, что мы победили в этом конкурсе. Нам очень важна эта была победа, потому что мы долго к этому шли, стремились. Мы участвовали в разных мероприятиях, конкурсах на протяжении всего лета. И я считаю, что мы были лучше. Мне очень нравится участвовать в этом клубе. У нас очень весело. Мы придумываем различные конкурсные программы, участвуем в различных мероприятиях, общаемся. Своими необычными работами произвели впечатление на авторитетное жюри Ксения Донченко в свободной технике и Даниил Долгачев в графике. Просто с молодежки, вот со стороны Петровской, мне предложили, вот есть конкурс. Думаю, ну ладно, попробуй, все равно ничего не будет. Обычно день выигрываю, а тут мне говорят, ты прошла в край. Я думаю, да ладно. И вот как-то так получилось. Ты рада? Да, приятно очень. На данный момент я добился довольно-таки больших результатов, раз уж я принял участие в таком конкурсе и тем более стал победителем. Мне просто нравится нести красоту. Руководитель спортивно-танцевального клуба «Академия», занявшего второе место в муниципальном этапе краевого конкурса клубов по месту жительства, Андрей Шишкин, поблагодарил представителей молодежных организаций за активность в проведении самых разных мероприятий. Нам постоянно приходят эти приглашения поучаствовать во всех мероприятиях. Все то, что проводится под эгидой молодежного клуба, движения, это всегда весело, здорово, крутой уровень. Мы постоянно с нетерпением ждем каких-то новых проектов, и они появляются. Клуб по месту жительства – это уже, для нас традиционная форма, мы в ней принимаем участие достаточно часто. Вот. Также было достаточно много интересных таких включений и новых проектов. Свою главную задачу – активизацию творческой молодежи и стимулирование ее к дальнейшему созиданию – арт-марафон творчества «Кубань молодая» выполнил. Пожелаем ему и всем, кто неравнодушен к творческой деятельности, новых успехов. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».